Ну что, доброе утро, друзья. Мы находимся с вами на Голливуд Флейм. И сегодня с утра, кстати, сегодня утро. Как началось твое утро, во-первых? Мое утро началось с того, что я узнал, сегодня вручают на звезду Майкла Дугласа. Думал бы, поскольку живем в Голливуде, почему бы не посмотреть его живьем, не только в фильмах. Собственно говоря, да. Какой твой любимый фильм его? Ну, если его можно уместить хотя бы в один или как минимум в три. Ну ладно, так и быть, как минимум в пять. Ну, не знаю, скажу этот вот, инстинкт. Основной инстинкт. Да. Давай покажем нашим зрителям о том, как происходит бэкстейдж, как происходят подготовительные процессы. Пока, друзья мои, на самом деле все очень просто. Вокруг ходят люди, мы сейчас вам и покажем. Они такие же зеваки, как и мы, просто у нас, слава богу, есть люди, которые имеют доступ к телу. А это значит, что сегодня мы вам покажем от начала процесса и до самого конца. А вы пока, если вдруг не вспомнили, какие фильмы интересны, или пытаетесь вспомнить, смотрите Википедию. Trivia, we've got our star today for Michael Douglas. All right. So how many Michael Douglas fans do we have here? That's what I thought. Center, please acknowledge and welcome Jane Fonda to the stage. Thank you. So, today is November 6th, and it's a very special day in America. Not because it's election day when voters have a chance to have their votes suppressed, but because one of America's greatest, most iconic actors, producers, activists, and humanitarians, Michael Douglas, is being honored with a star on the Hollywood Walk of Fame. Young Michael heading downstairs to go out for an audition, and Spartacus is sitting at the kitchen table. Yet Michael has not only carved out his identity as a great, great actor with tremendous range, but as a great producer as well. He has rightfully been bestowed with all of the rewards that Hollywood has to offer. Oscars, Emmys, Golden Globes. I want to really thank my friends Ron Meyer and Jane Fonda for those kind words. Ron is one of my oldest friends. As he mentioned, he was my agent for 30 years. And he said, we were born the same year, the same month, the same day. He was born an hour ahead of me. And he looks it. I was fortunate enough to be able to work with Jane on the China Syndrome, as she said.
And although at the same time, patience, by the way, in another week we're celebrating our anniversary, our 18th anniversary, so thank you for the 18 best years of my life, sweetheart. Thank you. And my dad is here. In a month, Hollywood and the new Hollywood, but different as the times are, as much of the types of entertainment created and the platforms in which people have watched it have changed, there are traditions that endure. Сегодня находимся на Аллее звезд. Звезду давали Майклу Дагласу. Ну что, какие у тебя впечатления? Я очень довольна. Я в таком восторге нахожусь. Я впервые такое вижу. И вообще все так культурненько сделано. Практически никто не толкался. Замечательные люди. И все очень быстро. И по сути. Как тебе Кэтрин Зета-Джонс? Очень ухоженная. И она достойна своего мужа, и муж достоин своей жены. Очень красиво. Я бы хотела в таком возрасте выглядеть, как она. Да, очень красивая жена, очень красивая пара. Дети присутствовали сегодня, внуки, отец. Очень интересно, замечательно. Мне все безумно понравилось. Итак, продолжаем репортаж с Аллеи звезд. Позади нас находится кто? Мы сейчас находимся в самом центре Голливуда, а у меня за спиной Майкл Дуглас, понимаете? Я шла мимо и смотрю, какая-то тусовочка заглянула, там, боже мой, Майкл Дуглас. Плюс не только Майкл Дуглас, еще и Кэтрин Зета-Джонс, еще и Джейн Фонда, еще и отец Майкла Дугласа, известный актер, и также та самая любимая наша актриса из «Доктора Хауса», которая играла начальницу клиники, помните? И они все здесь, понимаешь, ты просто живешь в Лос-Анджелесе, в Голливуде, и видишь звезд, идешь по улице и видишь звезд, и это круто. Удачно вышли за кофе сегодня, в общем, да? Да, вот за хлебом, как говорится, сходила. И всех увидела, со всеми пофоталась. Так, всем в Голливуд, у нас тут отличная компания. Make a little bit of a
Ну что, я так понимаю, что для тебя это, конечно, действие привычное. Что тебе понравилось в сегодняшней церемонии? Ну, мне понравилась, опять же, скромность его супруги, то есть не было никаких-то понтов. Скромно вышли, скромно сказали спасибо и поблагодарили тех, кто им помог на этом длинном пути, благодаря которому был итог сегодняшняя звезда. Уважаемые мои коллеги, друзья артисты, у меня к вам будет убедительная просьба. Я понимаю, что Кремль для многих из нас, конечно, является какой-то очень большой значимой точкой, но тем не менее до Голливуда многим еще далеко. Поэтому скромность – это то, что всегда украшает. А мы, собственно, не говорим вам прощай, мы говорим до следующей встречи, потому что впереди нас ждет горячая неделька. И очень много мероприятий, это все-таки Голливуд. Увидимся в Голливуде. Пока.